Так, ну все, я запустил. А все. Да, хуйня какая-то. Во. Тут как-то нарисовано очень странно, тут графика какая-то странная очень в этой игре. В других 2D играх было нарисовано посимпатичнее. Ну вот, и надо, короче, всех замочить в команде противника. Ща. Да. И тут видишь, как очень мало оружия. Тут в основном базука бесконечная. Ой, еще есть самонаводящаяся ракетка бесконечная. Я не знаю, как оно тут работает. Опа! Ну, примерно так же, как и в других играх работает она. А я, кстати... А, нет, я очень далеко от тебя нахожусь. Так. Нет. Ракета была только одна почему-то. Я думал, она бесконечная. Тут написано, треугольником можно покупать оружие за какие-то очки. А как эти очки получить-то? Тоже не понятно. Блин, а я не знал даже такую хуйню-то. Попробую кинуть гранату, но я вряд ли докину, конечно. О, докинул, смотри. Ха-ха-ха. Да, разрывная. Как это называется? А она рядом с обычной гранатой, только синяя, а не зеленая. Да, вообще пипец. Нахуй такого персонажа? Давай по Буську будешь опять мочить. Не любишь ты Буську.
Он не хочет перепрыгивать. Я знаю, но я не хочу тратить ее. Ха, сука, не хочет перепрыгивать никак. Вот тварь какая, а. Хо-хо-хо. Ладно, блядь. А я так возьму. Шуту! Таблетка! Кто? Таблетка! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! О! Таблетка! 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 Так я не знаю, что я могу сделать. Какая-то хуйня, смотри. Что это такое? А, блин. Ой, я перекину. Перебросил. А почему Дима так сделал это странно? Треугольник нажать. Да. Таблетка. Таблетка. Бля, меня прет. Лучше базукой. Базука хоть не отскакивает. Таблетка! Таблетка! Бля, меня прет. Не знаю, мне что-то ничего не падает. Вон вы втроем там стоите, смотри. Так, а супер овцу можно купить? А-а-а. Блядь! Таблетка. Бля, меня теперь поперло, короче. Не знаю.
Таблетка. Ой, бля. Даже некогда встать, потому что, блядь. В самый край лучше. Раком встанет, будет круто. Таблетка. Так, у меня 20 очков. Я не знаю, а где тут супер овца? Как она вообще выглядит-то? Вот она. Она стоит 10 очков. Сейчас я попробую ей, короче, прилететь, но у меня вряд ли получится, потому что мне что-то неудобно ей управлять. Сейчас я попробую. Я нажимаю треугольник, она не покупается нихуя. Ну, вроде должно хватить. Но она стоила 10, а у меня 20. И все равно не купилась почему-то. Таблетка. Бля. Меня поперло. Да. Таблетка. Не знаю, быки какие-то. Только тут он очень много раз взрывается. А раньше он взрывался только 3 раза. А сейчас, по-моему, раз 6 или 7 даже. В эфире. Я в эфире. Никогда не думал, что я буду в эфире, прикинь, охуеть. Да. Вот, она стоит сколько, я не пойму, вроде 10. Осел вообще 100 стоит, охуеть. Бля. 70? Да. Блядь. Пиздец.
Да. Ну блин. Я не знаю, как стрелку-то переключать. Я на все кнопки нажимал, она не переключается ни хрена. Да. Привет, ребята. Как вам тут живется? Нормально? Да? Хорошо. Таблетка. У меня что-то игра зависла. А, во. Таблетка. Да. О, у меня святая граната. Таблетка. Ой, блин. Пиздец, меня прёт нахуй. О, вниз упало в воду, блин. Таблетка. О, привет, кто-то пришел в стрим новый. Вот эти штуки похожи на таблетки. Давай Буську добивай. О!
У тебя там чё? Кто там? И чё делает? Ой, бля! Говно, да, Серега, ты прав, нахуй. Игра для детей 5-летнего возраста с умом, как у кабана, блин. Мы в школе в первом классе проходили эту игру. Таблетка. Да блин! Я хочу прыгнуть назад, а он прыгает вперед. Блядь. Я хочу назад прыгнуть, сука. Бля, меня эта игра упарла. Он сказал то, что у меня в команде все долбоёбы, короче. Вы, говорит, все долбоёбы, я с вами больше не пойду, нахуй. О, как хорошо стоит-то он, смотри. Очень эротично. Бля. Ходил в школу, пил кока-колу, блядь. Стал ходить в университет, девочки стали делать миньет. Таблетка. Таблетка. Ну и чё я тут сделаю? Можно Airstrike запустить. Как там она? Что-то я не понял. Наверх, вниз, влево, вправо. Не знаю, короче. Хуйня какая-то. Вот, треугольник! Бля. Кто? Ты чё, не видел? Я ж к тебе прилетел и динамит поставил. Ты чё, не помнишь? Ты чё, упоролся, что ли? Вы втроём стояли, я к вам прилетел и динамит тебе поставил. Не знаю, ты чё, тупо тормозишь, что ли? Yeah.
Таблетка! Бум! Десять монет, охуенно. Я буду чемпионом, у меня 30 монет уже. Будешь со мной чемпионить? А? А я еще один купил. Анатолий Пикалини представляет. Раритетная аудиокассета записана осенью 1989 года на ленточном магнитофоне «Урал». Рекомендуется к прослушиванию лицам после 18 лет без присутствия родителей. Внимание, присутствует ненормативная лексика. Записано на студии Толяна Маркина в сортире летом 87 года на унитазном толчке марки «Орленок». Сектор Газа. Серега, хочешь в Ласту поиграть? Я тоже хочу в Ластонах. Эй, турист! Падай в воду. Таблетка! Все равно у тебя база вся раздолбанная. Смотри, одни дырки, короче. Так, а чё? Турист убит, солдат готов. Выполни задание, тебе нужно 45 подарков сдать. Давай быстро крафтуй. 45 подарков надо, быстро. Давай, короче, не спи, подарки делай. А то проспишь. О, Дима еще спать не лег даже. Смотри, короче, чтоб тебе не приснились червячки, а то они тебя во сне, короче, закидают гранатами. Проснешься, а ты весь, короче, в гранатах лежишь. Да, я тоже Ласту не могу уже ждать, нахуй. О, у меня огнемет. Охуенная штука. Стреляет, короче, огнем, прикинь. Ой, я супер овцу нашел. Попробую пролететь к тебе. Давай, Дима, спокойной ночи.
Отлично! Смотри, я ровно попал прям. А как ты запустил воздух? Ну как? Нажимаешь крестик, она выбегает, еще раз крестик нажимаешь, она уже летит. И стиком управляешь. Странно, когда я нажимал второй раз крестик, она взорвалась. Может, ты быстро нажал, поэтому она взорвалась сразу? Да ёбаный в рот. Ты чё делаешь, капитан? Ты нас всех перебьёшь. Скажи, капитан всегда прав, суки. Заткнуться и молчать, короче. Это не по суставу. Круто, мне повезло, я супер овцу нашел, охуенно. Ай, блядь! Трашкор написано было. Команда Трашкор играет и забивает. Мы играем в червячков на PlayStation 4. Да-да, не удивляйтесь, это игра следующего поколения. Да-да, не удивляйтесь, это в игранах такая. Там какую-то музыку странную слушаю. Да ладно. А нахуй ты ко мне пришел? Я не могу выбраться из дырки. Бля. Реально, там такой салат был вообще невкусный, нах. Бля, я не могу купить даже эту хуйню.
хорошо так стримишь, короче, оно само записывается, и не думаешь, сколько там места у тебя еще осталось для записи, нахуй. Да. Прикладно. Ого, как ты насрал. М? Да. У нас там наружен противник, все силы брошены на его уничтожение. Сержант, убить противника. Та-та-та! Противник не убит, но ранен. Таблетка. Таблетка. Охуеть. Я не успел. И чё? Какая-то хуйня попадается. Кстати, да, и что будет? Я не знаю, что будет. Может, кстати, будет землетрясение. Ой, вода поднимается. Пиздец. Бля, было бы тут землетрясение. Так я же все оружие оставил уже. А.
Вообще все оружие пособираю, какое могу. Какая-то хуйня попадается, блин, неинтересная. Да. Да. Я прыгал, и я хотел другой прыжок сделать. Вот эта хуйня что значит? Lightning Strike, я не помню. Ну, а что она дает? Она даже по тебе не попала, нихуя. У тебя... О! И чё ты в... И нахуй ты в своего стреляешь? Пипец. Так, у меня есть огнемет. У меня тут особо-то выбора-то нет, что я могу тут сделать. Ну-ка, эту хуйню. Кто у тебя там, малинка или кто? Пипец. Косюську. А надо стиком там как-то крутить, стиком надо, я не помню, не знаю как сам. Амунде. Еще такая хуйня есть. Ой, блядь.
Я решил насрать огнем. Не знаю. Я ее как-то применял, ничего не получилось. Бля. А я хочу сисястую и жопастую. И вообще, короче. Тебе повезло, что ты телепорт нашел, а то ты бы уже утонул. Мне даже нечего тебе предложить, что тебе бы понравилось. Да. Динамит. Динамитом. Гипнозом. Ладно, ты можешь отойти подальше направо и овечку в меня запустить, и все.
Она как раз может 60 отнять. Вот, даже 65, нихуя себе. Ну чё, поиграть бы с людьми, блин, с кем-то, а тут чё так... Давай обычную игру, там люди в чатах включаются. Ну давай попробуем. Ты создавай, я стрим перезапущу сейчас. Сейчас стрим вернется.